Лер, как тебе матч? Расскажи. Матч хороший. Тяжело было, но все было здорово, я считаю, у нашей команды. Поначалу белые немножко захватили инициативу, потом вы переломили. В чем причина? Не знаю. Правда, поначалу было тяжело, мы не могли разобраться. Потом начали коммуницировать друг с другом и спокойно начали разбираться в определенных моментах. Скажи, как забило? Хорошо. Да, не знаю, была подача, потом защитник сыграл, ну, срезал, мяч верхом был, и я просто пошла на верхней точке, поймала и забила. Был второй момент с перекладиной, уже видела мяч в воротах? Честно, нет, не видела, так и не увидела дальше, попала в перекладину. Ну, ничего, будем работать, будем забивать. Каково это играть против своих же? Это интересный опыт, так сказать. Все равно все друг друга уже понемногу знают. Это намного сложнее, чтобы выбрать ситуацию, позицию правильную занять. Вот. Ну, отличный спарринг получился у нас. Спасибо. Пожалуйста.